Выходные поза эфиром. У Вилейском районе Минской области прошел фестиваль «Белтель радиокомпании». У 11 раз у працовники медиахолдинга встретились на природе, как отпочить у команде и открыть себя без нового боку. У палаташным лагеры поселились около 350 удельников столичных и региональных супрацовников. Все лето головной подставой для корпоративного свята стало 25-годие «Белтель радиокомпании». У связи с этим была означена работа тех, кто унес особистый уклад у развитие эфиру. Как подкреслил старшиня «Белтель радиокомпании» Иван Эйсмант, за опошний час медиахолдинг поспехово организовал и освятил два международные мероприемства – «Дитячая Евробашень» и другие европейские гульни. Нашими глазами мир увидел европейские игры, которые состоялись в нашей стране за эти годы. Много-много всего хорошего, приятного случилось, и я рад, что вы все в добром здравии, в хорошем настроении снова сегодня нашли время, чтобы сюда приехать. Впереди, я уверен, у нас еще больше планов. Я поздравляю вас с открытием этого замечательного фестиваля, поздравляю вас с 25-летием Белтелерадиокомпании. С праздником вас! Все лето фестиваль изменил свой формат. Все пропонованные активности были спортивными. Жадающие могли гулять у волейбол, питанг, настольный теннис, плавать на байдарках, пройти эстафету и навод мать мастер-класс по сальсе. Усе гульни вучили працавать у команде, подтримливать и слухать один одного. А выдатное надворье только сприяло тимбилдингу у неформальной обстановцы. Дарэчы, коллектив телерадиокомпании «Гомель» отримал диплом за активный удел у споборництвах. Фестиваль поза эфиром – сапраўды значная падзея для компании, у якой працуе 2000 человек. До того ж, гэта выдатная магчымасць собраться разом, познайомиться и наладить контакты.